Вот я просто удивляюсь над производителем, да, вот отправили нам паштет такой в магазин, и здесь пишется состав, а состав пишется в таком цвете, что их невозможно читать. Даже с лупой невозможно читать. Настолько мелкий и темный цвет. Вот в таком темном основе они должны были написать на белом фоне, да, на белом цвете. Настолько не видно, что вот как покупатель будет читать, что там в составе идет. Я через лупы как-нибудь почитала, что там в составе идет. Вот сейчас посмотрите, вот срок хранения, да, и понятно, что с большой буквы написали, а то, что в составе идет, настолько мелкий, что их невозможно читать. Через лупы я как-то приблизила и почитала, что туда идет вот свининий мозг, мозги свинины, потом говяжий печень, печень свинины и какие-то еще добавки, усилитель вкуса, лук, не знаю, там соль, перец, всякие всякие. Но у меня вопрос только производители, что они думали, когда вот такие мелкие шрифты написали, столько всего, да, лучше бы написали меньше, но четко.